Здорово, народ! Меня зовут Джеймс, это «Калифорния Ролеплей». Вообще, по сути, это должна быть 101-я серия, но это будет не летсплей, а можно так сказать... Ну, просто я вам немножко расскажу о ситуации, что случилось. В общем, это не мой основной аккаунт. Тут вот 5-й левел, ник Дима Грозный. Дело в том, что мой основной аккаунт забанили. Вы сейчас вот на экране видите скрин по причине... Продажа АКа на 2500 дней. В общем, в чем суть этого видео, я хотел бы вернуться на Калифорнию Ролеплей, попытаться как-то разбанить свою основу и продолжать снимать серии, как бы уже сначала, ну, начать новую жизнь, как бы так, с чистого листа. Мой уход с Калифорнии был очень такой, не знаю, как это правильно сказать, но очень плохой такой был. Уход, и я хотел бы... Ну, отстань, парень, не надо мне. И я хотел бы восстановиться и продолжать вот снимать заново. Возможно, это будет с кем-то. Так что, ребят, если вы меня поддерживаете, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, и на этом, я думаю, все. С вами был Джеймс. Всем удачи, всем пока и адиос, амигос.